Всех приветствую на своем канале, а также на пятой части курса по трехмерной графике на C++ OpenGL. В этой части мы поговорим о рендеринге, а именно о шейдерах из моей библиотеки для работы с графикой. Шейдер — это программа, которая описывает, как должна выглядеть поверхность. В программах для работы с огромным количеством графики шейдеры вычисляют видеокарты. В OpenGL отрисовка поверхностей также происходит с помощью видеокарты. Все, что нам нужно сделать, это вычислить цвета вершин этой поверхности. Шейдером для нашего оконного приложения мы будем называть алгоритм вычисления цветов вершин. Мы уже работали с шейдерами для отрисовки мешей. Класс типа Material отвечает за то, как будет выглядеть поверхность. Он содержит в себе тип шейдера, который будет использоваться, и параметры для самого шейдера. В моей библиотеке я реализовал три типа шейдеров – Unlit, Diffuse и Realistic. Однако сам по себе шейдер не используется, поскольку у каждого шейдера есть свои параметры, а все параметры вместе с шейдером уже объединяются в материал. Рассмотрим, как его создать. В конструкторе Material мы можем выбрать как просто один шейдер, так и указать дополнительные параметры – Metallic и Roughness. Параметры Metallic и Roughness должны быть указаны в диапазоне от 0 до 1. Если используется шейдер Unlit, то параметры можно не указывать, поскольку в этом шейдере они не используются. Рассмотрим, как выглядит каждый тип шейдера. Unlit шейдер самый простой в отрисовке. В нем не используется вычисление, а каждая вершина окрашивается в ее цвет без изменений. Это можно увидеть в реализации Unlit шейдера. Diffuse шейдер – следующий по сложности вычисления шейдер. В нем используется вычисление угла камеры к углу нормальной поверхности. Учитывая параметры Metallic, Roughness и Normal Angle, вычисляется цвет вершины. Это можно увидеть в реализации Diffuse шейдера. Realistic шейдер – следующий по сложности вычисления шейдер после Diffuse. В нем я постарался учесть угол между нормалью и степенью шероховатости, и поскольку луч будет отражен от камеры, то гладкий объект будет казаться более темным. Таким образом, с помощью реалистичного шейдера можно более точно настроить отрисовку объекта. Realistic шейдер использует как параметры Metallic, Roughness, Normal Angle, так и расстояние точки до камеры. Рассмотрим, как создать свой шейдер. Для этого в GraphicSash в классе Material добавляем название и номер своего шейдера. Затем в ComponentsH в классе Renderer ищем метод RenderTriangleNoCall и добавляем название своего шейдера в Switch. Обязательно нужно выполнить минимум три метода SendVertex с точками треугольника A, B и C. Вторым параметром и будет цвет каждой вершины. Итак, теперь ты можешь использовать уже как существующие шейдеры, так и создавать свои. В следующих видео мы затронем еще больше возможностей моих библиотек. Надеюсь, эти библиотеки будут тебе полезны. Скачать их можно по ссылке в моем GitHub, по библиотекам ты также можешь задавать вопросы в комментариях. Поддержи меня лайком к этому видео и подпиской на канал. До встречи в новом видео!